Суд вынес приговор человеку, который убил супругу на глазах их ребенка. Трагедия произошла осенью прошлого года в деревне Малой Арабузи Батыревского района. Гособвинителем в этом уголовном деле выступил сам прокурор Чувашской республики Василий Пословский. В тот злополучный вечер 16 октября 49-летний преступник проник в дом к своим соседям и убил их из-за личной неприязни. Во время убийства в доме находился 9-летний ребенок, который уцелел только чудом. Девочка спряталась за диваном. После содеянного преступник скрылся с места преступления. Девочка провела с мертвыми родителями всю ночь и смогла дозвониться до старшей сестры, проживающей отдельно, только под утро. Дело было рассмотрено в выездном заседании в Батыревском районе. Участвовали по делу и жители села, как в качестве свидетелей допрашивались, так и просто присутствовали непосредственно на самом процессе. И затем оно завершилось уже здесь, в городе Чебоксары, был вынесен судьей приговор. С учетом позиции государственного обвинения, суд, рассмотрев это уголовное дело, назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, 3 месяца, 10 дней. Прокурор Чувашии отмечает, что в муниципалитетах нужно больше времени уделять качественной профилактике преступлений. Взаимодействие всех нас и органов власти управления, и правоохранительных органов, и средств массовой информации – понятно, что с участием общественных организаций всего населения республики дает возможность людей видеть живыми, здоровыми. Прокуроров, всех глав администрации района, глав районов, как народных избранников, депутатов, всю общественность, чтобы активнее работали. Конечно, глава администрации должен сразу знать о случившемся на территории района или на территории поселения, сразу же должен предпринимать усилия по тому, чтобы высказать людям соболезнования по поводу случившегося, принять меры к организации или к участию в организации и похорон в определенном плане, помочь людям, внимание, конечно, уделить нормально, достойно, но лучше всего эти случаи не допускать. Поэтому и глава администрации района или сельского поселения, и участковый уполномоченный, и другие люди, как мы говорим, работающие в субъектах профилактики и являющиеся субъектами профилактики, должны обязательно разъяснять людям, что чем чревато, какие последствия. Взаимодействие правоохранительных органов, органов власти и других структур в профилактике тяжких и особо тяжких преступлений среди населения дает положительные результаты. За 2 года количество убийств сократилось вдвое. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.